Ну что ж, поехали. Тут все, оказывается, все намного банальнее и проще. Главное дождаться, покуда он уйдет. Не нужно не будет никого валить. Вот так. Главное сделать вот так. А потом можно всех отстрелять. Ну уже делай. О, готовы. Ух ты, блин. Нафиг я так вышел. Нафиг, нафиг. О, еще бегут. Не. С такой отдачей я особо не прицелюсь. Блин. Опа, готов. Готов, готов, готов. И где ты еще, товарищ? Готовы. Вот это я понимаю. Так, осталось на подлодку попасть. Сначала мы посмотрим. Какой трап убрать? Алло. Подожди-ка, подожди-ка. Давай, давай, давай. Мы должны успеть. Должны, должны. Какое нафиг отплытие? Так, 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 быстрее, 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 быстрее. Сейчас они еще смоются. Откуда? Давай, вниз, вниз. Вниз. Ну, наконец-то. Так, поехали дальше. Так, поехали дальше. Мы на подлодке. Нам куда? Можем наверх. Можем выйти. Закрыто. Ну, открыто. Так. Тут что-то у нас внизу есть. Ух ты. Его сейчас так придавим. Так, нельзя открыть, нельзя открыть, нельзя, еще раз, нельзя. Странный был звук, как будто что-то открылось или закрылось. Можно. Так, а что там? Высматриваешь. Опа. Так, здесь никто не заметит. Никто. Тогда спокойно идем. Нас тут не должны заметить. То есть, ну, нельзя, чтобы нас заметили. И будет жопа. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Открыть клапаны главного балластного резервуара. Может, тебя можно сейчас грохнуть? Какой нафиг алерт? Твою мать. Кто заметил? Кто? Ай, херово, херово. Ладно. Мы еще раз можем. Так, тебя прикончим, а то мало ли ты нам где-нибудь в будущем испортишь. Нам жизнь. Так. Алам! Не понял. Это кто? Твою ж налево. Опять все заново. По второму кругу прям день сурка. Приготовиться к погружению. Ясно, нужно, чтобы он ушел. Твой.
Я идиот. Вот случайно нажал. Так, выбери сначала то, что нам нужно. Вот. Не посмотрел, что у меня в руках. Винтовка. Приготовиться к погружению. Думал увеличить. Да увеличивался. Так. Да пройди ты. А, вот же. Теперь можно убивать. Теперь можно пройти. Так, дождемся, покуда уйдет этот. Может, зря я открыл дверь? Я не хочу, чтобы следующие 15 минут меня беспокоили. Есть так, капитан. Блин, покуда никто не видит. Это хорошо. Погружение! Погружение! Тихо, тихо. Дружок, стой там. Да куда ты встал? Ха. Товарищ. Там сверху больше никого? Или кто-то есть еще? Нет, никого. Надеюсь, ты меня здесь не будешь видеть. Ты чё, никуда не пойдешь? Жаль. Нет. Нет, а? Нет, ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Алам! Да ну нафиг. Ну как так? Ай. Ну это совсем не серьезно. Я-то думал... Погружение. Уходи давай. Готов. Нет, все-таки через эту решетку может видеть нас. Так, нужно немножко подождать, как всегда. Типа стелс. Открыть клапаны главного балластного резервуара. Блин, рановато открыл. Могут все-таки заметить. Чтобы следующие 15 минут меня беспокоили. Есть, сэр, капитан. Ушел, ушел. Погружение, погружение. Идем, идем, идем. Вот так. Вот так. Вот и все. И никого не осталось. Жаль, стрелы нельзя забирать из трупов. Сейчас мы всех прикончим. Чтоб там не мешались. Вот так. Нефиг ходить. Нефиг, нефиг. Так, куда нам можно? Сюда нельзя. Сюда. А, все понял. Не туда пошел. Не туда. Угу.
Наверх. Ключик нужен. Так, здесь наш трупик. Здесь у нас никого. Можно открыть. Можно открыть. Заберем. Можно открыть. А что у нас здесь тогда? Нет, стоп. Посмотрим отсюда. Нельзя. А сюда я могу попасть. Так, это все то же самое. Чё-то я туплю. Бывает. Угу. Нашли капитана. Это номер 7. Повторяю, это номер 7. Номер 1 слушает. Прием. Я ускорил отбытие USS Patriot в целях защиты груза. База Спец понесла серьезные потери. Номер 11 больше нет с нами. Измените ваш курс и направляйтесь в гавань Мэриленда. Резаут АФДМ-10. Но выполните ваше задание. Выполните ваше задание. Это номер 17. Выполняйте ваше задание. Так, о. Нам-то задают поделать. Это флешбеки. Куда нам? Закрыто. Человека, который ответит на мой вызов. И мы наконец выясним, кто такой номер один на самом деле. Номер один. Номер один. Докладывает номер 17. Кто такой номер один? Вы слышите? Номер один слушает. Что происходит? Я передала последние планы номеру 11. Ожидаю ваших приказаний. Вы не должны были связываться со мной, пока не получите сигнал. Номер 17. Алло, номер 17. Я не слышу вас. Должны, не должны. Номер один. Я так близок. Я должен вспомнить его лицо. Я могу разбить кулаками. Хрен. Так, что нам нужно сделать? Что? Рация и спрятаться. Думаю, это рация. USS Patriot, доложите о вашей точке назначения. Прием. Точка назначения Maryland Result, AFDM-10, прием. Вас поняла. Конец связи. Верхние палубы погружены. Так. Полное погружение. Держите курс на 12 градусов. Сюда нам нельзя. Сюда нельзя. Куда нам можно? Блин, там кто-то ходит. Опа. Готово, дружище. Так, это что? Кто-то тут храпит. Так, теперь нам нужно что сделать? Спрятаться в офицерской каюте. Хорошо. Спрячемся, коль так надо. Так, офицерский кабинет. Маленький кабинет. Прятаться как? Вот. Так, закрыть. Отличное место для зайца. Конечно, отличное. Вот у него гадали, а я жив. Хирург проделал фантастическую работу. Когда они увидят призрак Стива, они начнут делать ошибки. Кто я? Флай! Его звали Джейсон Флай! Я сказал, номер 13 все еще жив! Он жив? Это
Это невозможно. Все по местам. Все по местам. Отплытие через 15 минут. Ну что ж, понеслась. Да, заметили, у Гайзиджи ствол торпедного аппарата, найти ключ от замка торпедного аппарата. Так, заметили, это хорошо. Давай. Я жду. Вот так. Ага. Все пусты, койки. Так, это, естественно, не работает. Не открывается. Твою мать, в таком... Ой, идиоты. Ой, какие придурки. Я тоже могу. Нафиг. Никого. Никого, никогошеньки. Блин, давай быстрее перезарядка. Твою мать. Надеюсь, вы сдохли. Да откуда ж ты вылез, уродец? Да от... Так. О, птичка. Раньше тут не было. Надо уж полечиться. Блин, там еще птичка. Там еще птичка. Как мне вниз спуститься? Я хочу вниз. О, еще. Твою ж налево, какое слепой. Нет. Косой. Так, вниз. За птичкой. Стоп, стоп, стоп. Нет, нельзя. Аптечка, аптечка, аптечка была здесь. Блин, как мне туда дойти? Или не здесь она была? Сейчас разберемся, где что было. Здесь ничего не добавили. Вот еще. Так, эти не открываются. Нет, по-прежнему все закрыто. Птичек нет. Лови. Так, все в порядке. Так, аптеки, аптеки, аптеки. Блин, сам себя глушанул. Зашибись. Что подобрал, то использовал. Еще. Ну уже, где вы там еще? Что, все? Опа. Так, сколько у меня чего? Две аптечки. Маловато на самом деле. Алам! Алам! Иди, я жду. Иди же. Ух ты ж, блин. Затаился, скотина.
Так, 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 так. Ничего здесь больше нечего полутать. Нет. Жаль. О, капитан будет боссом. Ну, зашибись. Тебе не выбраться отсюда живым, Роланд. Мы оба взорвемся с этими ракетами. Я лучше умру, чем скажу номер один, что мы провалили дело. Умрешь, умрешь. Еще как. Тебе легко завалить. Совсем легко. Ну вот так ты готов. Вообще проще пареные репы. Босс называется. Может, везде аптечка еще была? Конечно. Как же без этого? Мини-УЗИ, ключ. А ключ от чего я взял? А, от двери. Как и не заметил. Да откройся же. Так, 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 так. Мы можем... Не можем. Можем. Продувка всех главных. Твою мать. Чтобы не сдохнуть. Отдыхайте вы. Так, 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 а наверх я не могу. Могу. Какие-то документы. Но, к сожалению, больше ничего не открывается. Херовенько. Ясно, ясно. Явно кто-то еще есть. Я же сказал, есть. Еще ключик. Так, от торпедного аппарата. О, баблишка у него до хера. Может, кто аптечку мне даст? Еще. До хрена с два. Так, торпеды у нас были тут. Давай вниз. Угу. Юж налево. Вы получше стреляете, чем этот капитан. Ну что ж, поехали. Так, 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 так. Стоп, мне куда? Шлюзы, ангар. Все херово происходит. Если бы я знал, где эти шлюзы открывать, и вообще куда мне ползти? Пузырьки воздуха. Так, мне интересно, это мне нужно здесь сделать, либо мне нужно выползти куда-то. Я вообще вылезти могу? Хрен из два. Нет, должен быть шанс вылезти. Давай еще раз на подлодку заберемся. Да вот нельзя. А, во-во-во, вижу, вижу, вижу. А с этой стороны я что-то не видел лесенки. Да. Твою ж мать, заберись ты нормально.
Гарпун. Так. Стекло зачем-то. Не-не, явно здесь должен быть где-то подъем наверх. Я его где-то проморгал. Да что ж ты там? Здесь подъема нет. Ладно, будем искать. Будем искать. Так, я надеюсь, мы не задохнемся. Здесь под водой вообще ничего интересного. А, вон лестница. Все-таки хорошо, что туда сплавал. Патроны для гарпуна. Так, сейчас начнется, я так понимаю. Началось. Молодец, стреляй. Хер не попадешь. Твою мать. Вот так. Дострелялся. Так, какие-то консервы. Какие-то консервы. Так. Здесь больше подъемов нету у нас. Нету, хотя есть вот это. Ты тоже не открываешься. Ладно, хер с тобой. Хер с тобой. Хотя... Блин, тут... О, нет, не хер с тобой. Аптечка. Гарпун. Угу. Спускайся. Пошли. Дичить дальше. Что-то у меня с дикцией совсем. Так, 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 так. Опа. Ух ты, сколько всего. Я так понимаю, нас к чему-то готовят. Масштабному. Так, на всякий случай сохранюсь. Я же знаю, как здесь все работает. Через одно место сохранение. Ну куда ж ты стреляешь? Блин, меткая сволочь. Лечимся. Так, нам что-то показывают. И не видишь. А я вижу. О. Радует, радует. Скотина меткая. А я еще лучше стреляю. Откуда? Да пока ты перезаряжаешься. Я лук быстрее перезаряжаю. Так, и типа... Нам столько припасов, чтобы я с ним справился? Как-то очень легко.
Так, больше ничего, ничего. Да твою ж налево. Ладно, наверх. Джонс, ты слышишь меня? Я сейчас покидаю аэропорт. Каррингтон заберет тебя. Он будет ждать за ангаром 33. Ух ты. Спасибо. Вон там! Ты что, один? Твою дивизию. Давай, давай быстрей. Ну, как-то так. Так, понятно, сейчас будут покатушки у нас. Лучше полечимся. Мало ли еще обстрел начнут. Обычно так и бывает. Так, понял. Гарпун. Я надеюсь, я всех поубивал. На крышу заманчиво. Но как-то я не дотягиваю до туда вообще. Так, разбить. Интересно, как я держусь без рук? Это уже очень интересно. Так, так, давай без болт. Ай. Твою мать. Мне нужно только вперед, назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Оп. Хер с ним. С патронами наверху лучше выжить. Что, жмем? Изменения в планах. Ты должен потопить эту подлодку вместе с грузом. Удачи. Ты должен прикрепить взрывчатку к винту. Теперь я понял. Снова крюк. Так. Снова крюк. Может, все-таки наверх съездить? Я смогу разогнаться? Давай попробуем. Все-таки так заманчиво. Ух, ух, ух. Вот это везение. Нет, я до туда допрыгну. Опа. Я думаю, с такой высоты в воду тоже не стоит прыгать. Хотя. Так, где взрывчатка? Опа. Взрывчатка, я сказал. Давай, давай. Мне это место не нравится. Лучше вернуться назад. Так, так. Я надеюсь, я правильно сделал, что сюда залез.
Да-да. Да ничего ж не получится. Бесполезно. Ой, я кого-то вижу. Больше никого не вижу. Поплыли. Чё, больше никого? Опа. Да ну вы какие-то вообще малохольные. Давай, 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 давай наверх. Я должен успеть. Оп. Твою мать. Я успею. Откуда? Убил? Скажите, что да. Ишь ты нафиг. Вот так достали. Ну что, поплыли. Надеюсь, шлюз правильный. А он у нас один. Это хорошо. Завершили. Замечательно. Так, ну ладно, давайте уже на этом остановимся и продолжим в следующий раз. Всем спасибо за просмотр и всем пока.